Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя, и сегодня я покажу вам чайный набор из коллекции Rocaille от французской марки Julienne. Эта коллекция особенная, в ней нет ни одной прямой линии. Все формы изогнуты, и даже ручки интересные и необычные. Посмотрим на чайник. Его объем 1 литр 100 мл, и на первый взгляд листьев акантом на его поверхности мы не находим. Но это не так. Надо приглядеться. Во-первых, ручка. Она расходится кверху на две части, словно лоза, и заканчивается как раз знакомыми нам листьями. Но есть и еще одно совершенно незаметное место. Под носиком мы видим те самые два симметрично расположенных листа. Лепная ручка на крышке тоже выполнена в виде листа, но она не симметричная, а четко направленная спереди назад. Такую же крышку имеет и сахарница. Да и форма их очень похожа. Ее объем 300 мл, и она стоит на изящной, красивой ножке. Молочник объемом 250 мл привлекает изгибами своей ручки. Только посмотрите, один листик заканчивается, а другой начинается. Они стыкуются ровно в центре. И чашки. Здесь есть два варианта, одна объемом 400 мл, а другая 180. Та, что 400, подойдет или для большой порции чая, или, например, для бульона. В таких больших чашках допустимо подавать и его. Мне она нравится еще и тем, что эти листья аканта как будто обнимают, как ладошки, эту чашку. Очень теплая атмосфера складывается, когда ее держишь в руках. Вторая чашка объемом 180 мл подойдет не только для чая, но и для капучино. Уникальная на самом деле коллекция, вроде бы и рококо, торжественная, нарядная, а вроде и простая, и повседневная. Вот даже кружка есть, как раз это нам и говорит о том, что мы можем ее использовать каждый день. Если вам понравилась эта посуда, вы можете заказать любой из ее предметов на нашем сайте raywood.ru. Она всегда есть у нас в наличии, поэтому мы очень быстро доставим вам ваш заказ, где бы вы ни находились.